Итак. Очень наглядные результаты эксперимента. Так, глобальный эксперимент с подбором густоты посадки для ривьеры. Таким методом можно очень легко подобрать для себя расстояние. Именно для климата, в котором вы живете. Да. Для сорта картошки. Да. Равные площади посадки, но разная густота посадки. Я вот бы сказала, Жека тут разошелся. Да. Летует по-страшному. Там вот густо метр. Тут чуть пореже. Это вот как в прошлом году через 10 сантиметров сажали. Там через 5 сантиметров. Здесь нормально так через 20 посадили. Ну и через 33 сантиметра 3 штуки на метр. Давай под линеечкой прикинем. Тут видно, что тут практически сплошняком, да? Этот метр. Так вот, линейку. Вполне так наглядно видно, да, что вот 20 сантиметров, раз, два, три, четыре. Вот. И так вот на каждые 20 сантиметров по 4 штуки. Дальше здесь, соответственно, по 2 штуки на каждые 20 сантиметров. 1 метр. И 1 метр здесь нормально вот. Нормальная такая обычная густота посадки наша. Это по одному штуке на 20 сантиметров для раннего сорта. Не слишком высокого. Ну и самое широкое в этот раз. То там многие люди жаждут сказать, а если гуще или если реже. Вот здесь, значит, будет 20 сантиметров, вот это 30, вот это примерно 33. Ну и здесь также тоже вот. В эту сторону, да, тоже. Это 20, это 30 примерно, еще сантиметра 3. Вот так, то есть 3 штуки на метр, соответственно, там 5 штук на метр, 10 и сколько там? 20, да. Все, 20, 10. Сбился, ну ладно. Скажу потом, запишу отдельно. Все, тут все понятно. 20-10-5-3. 20-10-5-3, да. 20-10-5-3. Все. Посмотрим, что там нарастет. Ну, чем мы рискуем? Мы рискуем узнать, как с какой густотой будет оптимально. Там юг в стороне забора. А там север. Да, вот там север, как раз где ты повернута сюда была попой. Будем сегодня копать экспериментальный участок картофеля сорта Ривьера, посаженная с разным расстоянием. Здесь вот метр через 33 сантиметра, через 20, через 10 и через 5. Ну и посмотрим, что тут у нас наросло. В апреле плюс 30 было. Для картошки не очень, а в мае минус 10. Тоже не очень. Ботва выросла очень маленькая. Вот это максимум. Один только кустик еще зеленый, остальное все засохло. Да. Так, убираем сено. Первая операция. Да. Ну вот, три куста садили. Да, ну вот, первый, второй. Третий, все есть. Третий, вот они и выросли. Угу. Ну там ростков на верхушках немного было, по одному-два, вот оно так где-то и вышло. Так, что у нас там? Че, выродилось? Изросшее, да, сразу. Вот такая жара. Что на стебле творится, и все. Да, да. О, тут сверху прям, смотри, крупненькая. Она и маленькая, да. Крупненькая, хорошенькая. Здесь лучше, может, эту вставим себе. О, там что-то есть. Ух ты. А здесь при том, что красивенько. Слабенький этот кустик, да, куст, очень вот маленький, вообще, да. От силы по колено, тут, да? Угу, крупненькая картошечка. Ну да. Красивая прям. Супер. Вполне. Да. Отличненько, да? Угу. Вот это тут немножечко. Малость крупнее, да? Да. Здесь посажено было через 10. Угу. Ну вот, первый куст. Что-то есть. Что-то есть. Вполне хорошо. Не хуже, чем там. Да.
То есть вот гуще. Здесь в 3 раза гуще было, чем вон там в первом случае. Да. Вот, пожалуйста. Итак, копаем Риверу через 5 сантиметров, которую посадили. Ну, что-то есть. Ух ты! Ну, размер такой же. Да, примерно. Размер примерно такой же, как там. То есть, в принципе... Да. Вот это через 20, ой, через 10, через 20, 33, все одинаково. Через 5. Только тут посажено гуще, есть шанс, что больше соберем. Итак. Очень наглядные результаты эксперимента. Равные площади посадки, но разная густота посадки. Через 33 сантиметра, через 20, через 10, через 5. Мне кажется, через 5 лучше всего. Да, по-моему. Чуть меньше, но по объему явно больше. Да, да, да. Отсюда очень так наглядно, что вот там само мало, больше, больше, больше. Четко это видно. Вот в прошлом году мы сажали через 10, вот это вот. Ну, мне кажется, оптимально через 10, потому что через 10 чуть-чуть как бы крупнее. Да. Ну, по весу будет больше, да, через 5. Да. Здесь вот чуть-чуть больше мелкое видно, попадается. А тут вот, в общем-то, размеры такие же, практически самые крупные, такие же, как там. Здесь тоже есть и мелкое на самом деле. Смысла абсолютно нет, да, ходить реже. Да. Это я бы сказала, нельзя так делать. Да. Нельзя так делать. Ну, мы показали. Именно с этим сортом. Опять же, какой размер кустика был, да? Да, да, да. Ну, кустики вот. А то там нам предлагают, бывает, там попробуйте через полметра. Да, да, ну, да, очевидно же, что вот через полметра был бы еще меньше урожай, чем там. Это очень, да, это очень наглядно, уже нагляднее на дальше некуда. Да. Вот таким методом можно очень легко подобрать для себя расстояние. Именно для климата, в котором вы живете. Да. Сорта картошки. Да. Тут климат, сорт. Да. А в этом году еще жара. Да. Адская жара. С апреля просто. В апреле плюс 30, в мае минус 10. Да, да. И июнь опять плюс 35. Да. Вот так вот. Все. Наглядно, на мой взгляд, вопросов больше нету. Нету. Ну, если взвесим, скажем, сколько. Так, урожай, посаженный через 33 сантиметра. Килограмм. Килограмм Ривьера. Через 20 сантиметров, кило 600. Да, 1 килограмм 600 грамм. Угу. Через 10 сантиметров, 2400. Да. 2400. Так, что через 5, 2700. Да. Чуть-чуть больше, чем через 10. Да. Ну, она мельче. Итого, в наших условиях выращивания с нашими целями для картофеля сорта Ривьера больше всего подходит вот этот вариант. С посадкой клубня в ряду на расстоянии 10 сантиметров. Какой вариант выбрать вам? Проведите сами эксперимент. Будет проще понять. А для тех, кто любит посчитать, вот данные по нашему посадочному материалу. Ривьера рядом. 18 граммов верхушка. Самая тяжелая, какая тут, она вот эта, 29 граммов. Ну, то есть, примерно вот так. Вот пока и все. Если видео и информация понравились, полезны, ставьте лайки. И подписывайтесь на наши каналы, чтобы сразу узнавать о выходе новых видео. И делитесь с друзьями. Удачи и отличных урожаев! С вами были Татьяна и Евгений Гордеевы. А если у вас есть опыт земледелия, пишите в комментариях, поделитесь опытом. Ведь наши фильмы смотрят люди из 140 стран, комментируют и читают. Если и вы поделитесь в комментариях собственным опытом, упоминая регион, условия и особенности выращивания, это поможет всем легче ориентироваться, понимать и успешно применять новый опыт в своих условиях, несмотря на климатические аномалии. Заранее спасибо.